Здравствуйте, дорогие подписчики, вы на канале Сибирь с вами. С вами я, Иван Романов, вы на моем канале. Сегодня у нас 22 ноября 2023 год. Это значит, что сегодня у шамана Александра Габышева день рождения. Я туда сразу скажу, добраться не смог добраться, билет пришлось вернуть. Почему не смог? Потому что меня не выпустили из города, так как у меня через пару дней в армию заберут, из-за этого меня не выпустили. Но все же думаю, потом после армии приду, все равно съезжу. Это меня никто останавливать не будет. Так вот, отправлю я ему еще письмо. Отправил потом из нашего района, многие люди собрали там, так сказать, посылку небольшую. Молодые люди, там молодые и старые люди принимали в этом участие. Собрали, отправили посылку в Уссурийск к шаману. Также отправили рецензии, так сказать, рецензии на его сказки, которые он там писал. Рассказы, так сказать. Конверт ему отправили. Отправили книги интересные. Книжки отправили, собрали. Также отправили некоторые продукты. Отправили ему часы наручные. Ну и еще так по мелочам отправили. Отправили пирожки. Пирожков ему, не знаю, дойдут, не дойдут пирожки. Но человек туда поехал. Я надеюсь, он довезет. Я через него отправлял. То есть сам пришлось сдать билет. И мы собирались вдвоем ехать, но пришлось один билет сдать, а второй билет отдать человеку, вот, который поедет. Как только он мне скинет видеоотчет, удастся, если ему зайти в больницу, в третье отделение, если ему удастся зайти, он сразу же видеоролик мне скинет. Но я думаю, наверное, все-таки удастся. Может быть, пропустят. Также он собрался связаться с адвокатом Александра. Там кое-что передать ему нужно, кое-какие документы, которые помогут в этом. Партия КПРФ его поддерживает. Коммунисты поддерживают шамана Габышева. То есть, кое-что, думаю, чем-нибудь да помогут ему однопартийцы наши. Мы, как так сказать, против того, чтобы человека насильно удерживали в психиатрической больнице. По разговорам, вот недавно созванивали с ним, разговаривает он бодро, весело. В декабре у него ожидается суд. Будем надеяться, что освободят. Но я думаю, что он опасности уже никакой не предоставляет, да и не представлял властям это у них. Так сказать, опасение за свое место сыграло, что он может собрать действительно народ и что-то с этим предпринять, этими действиями, захватить Москву, потому что люди это ему верят и до сих пор будут верить еще не один раз. Так что вот такая вот канитель. Конечно, жалко, что я не смог туда проехать. Сам об этом жалею, просто охота была, во-первых, в город, хотел посмотреть сам по себе. Ну и плюс с Александром встретиться, я с ним уже встречался в Новосибирске, когда он лежал в Новосибирском психиатрическом отделении, в диспансере, так сказать, лежал. Там я с ним встречался, постоянно приносил ему передачки. Вот как многие говорят в комментариях, мне там пишут, что типа я с ним не знаком, да, вы, может быть, не знаете, но он лежал у нас какое-то время, несколько, даже сказать так, год, может, чуть побольше лежал в Новосибирском психиатрическом отделении в моем городе. И я туда активно ходил, давал передачки, носил ему книги, которые он просил, листы, бумаги, конверты, то есть активно поддерживал его. Сейчас вот в Уссурийск собирался ехать, но вот, такая вот у меня проблемка, не смог. Но все равно человек мой туда поехал, он снимет видеоролик
Надеюсь. Но я его попросил, прям сильно просил, при любой возможности снять видеоролики, если камеру ему запретят. Я его снабдил вот таким вот устройством, так сказать, шпионским. Камеры нету, но диктофон работает на нем. Купил я, вообще покупал два, получается. Ну, там скидка была, покупаешь два. Точнее, покупаешь один, второй подарок, вот так. Вот, получается, один я ему дал, то есть... Я позабочусь об этом, я прекрасно примерно понимаю, что могут не разрешить видеосъемку, видеофиксацию, но он сможет записать на диктофон. Хотя бы какой-то разговор, возможно, запишет на диктофон. Пускай даже если даже его не пропустит, не, с Александром Габышевым не удастся с ним пообщаться, с шаманом, то хотя бы разговор с медперсоналом сможет записать. Я даже об этом позаботился. Вот такой вот телефончик. Да, кстати, он узнает насчет телефона, можно будет, либо нет, дать ему телефон. То есть, там, он сказал, пока он там будет неделю, это мой знакомый юрист, он должен помочь хотя бы телефон, чтобы он мог созваниваться с родными и близкими. Чтобы мог созваниваться, чтобы разрешили ему телефон. Надеюсь, может быть, там что-нибудь у него получится, да... Разрешат ему телефон, надеюсь. Так что, вот так вот поживает наш Александр Габышев. Также смотрел много видеороликов, где Александра Габышева тоже. Не мы одни поздравили, не только Новосибирскую область поздравил, также и он и родная Якутия хорошо поздравил, за что отдельно им спасибо, что не забывают его. Также люди со всей страны поздравляют, также люди не только с нашей стороны, но и с Казахстана многие поздравляли с днем рождения. Многие к нему относятся как к человеку, так сказать. Васята к нему не относятся как к человеку. Но почему вот передачки мне рассказывал, передачки возили, когда до этого еще ездили в Новосибирск, когда в Новосибирске лежал, это ездили. Я ездил потом еще, отправляю человека туда, чтобы передачку передать. И вот медперсонал мной раз не передает передачки. Ну, во-первых, их тоже можно понять. Даже и сейчас, я думаю, то же самое сейчас, что уссурийскому. Не все передадут, половину отберут. То есть, ну как сказать, половина медперсонала заберет себе, ну это 100%. А половина что-то передадут. Соответственно, он же там не один лежит в палате, то есть... Половина ему придется делиться. И вот мы собрали так, чтобы что-то, вот то, что и запрещено, мы специально уложили что-то запрещенное, чтобы это забрал медперсонал, потому что так он заберет это. Остальное мы примерно знаем, что можно давать, передавать. Остальное мы там собрали то, что действительно передадут. Ну и плюс письмо передал от себя и от новосибирских, так сказать, ионных сподвижников. Вот такая вот у меня была задумка, я ее выполнил. Ну, конечно, не всю выполнил. Хотелось самому, блин, посетить, съездить. Ну, думаю, с армией приду и все-таки съезжу туда. Вот так вот. Добрые люди все-таки есть. И поддерживают, не забывают. Еще раз хочу поздравить лично от себя, от всех коммунистов, от добрых людей, которые поддерживают Александра Габышева, шамана нашего. Еще раз охота поздравить его. Также я его поздравляю от своего канала. Поздравления. Ну и все, кто хотят поздравить его с днем рождения, еще такая возможность есть, то можете писать комментарии. Мы ему их тоже вышлем. Мы ему уже высылали комментарии. Мы как бы до этого высылали ему, я ему высылал письмо еще до дня рождения, там с комментариями высылал, как люди относятся к нему. И вот буквально вчера он уехал, не знаю сколько там дней, наверное день-два от Новосибирска, может даже меньше, ехать в Уссурийск. Вот, думаю, что он сегодня-завтра должен быть, то есть привести это, всю передачку. И вот, так что вот как так. Еще раз, короче, поздравляю Александра Габышева, шамана,
с днем рождения. Все, кто хотят ко мне присоединиться, пожалуйста, пишите комментарии, все передастся. Всем всего хорошего. С вами был я, Иван Романов. Вы были на моем канале «Сибирь с вами».